Я летаю с девушкой моей. Полетели, ребята. ППС. На родине. Единственный в стране музей солнца находится в Новосибирском академгородке. Создатели музея собрали около 2000 экспонатов, связанных с местом нашего светила в жизни народов от Океании и Америки до Египта и Древней Руси. Здесь по-настоящему теплая солнечная атмосфера и отличное место, чтобы встретить день летнего солнцестояния 21 июня. Добраться до музея солнца совсем несложно. Нужно общественным транспортом доехать до остановки магазин номер 12 на Российской улице и немного пройти по улице Рябиновой. Из дома. Тогда кликай сюда на 22.3.ру.